Елабужский институт Казанского федерального университета посетили представители генконсульства Ирана в Казани. Директор института Елена Мирзон познакомила членов делегации с современным развитием вуза, а также рассказала о международных проектах института, которые пройдут в ближайшем будущем. В апреле у нас международное психологическое чтение, и если господин Игбали это интересует, мы бы могли персональное приглашение направить. В апреле международная психологическая конференция. Вопросы ислама, языка. В Казанском федеральном университете по программе подготовки к поступлению в российские вузы занимаются более 30 человек из Ирана. За круглым столом эти студенты встретились с представителем своей страны, чтобы поделиться проблемами и задать свои вопросы. Оценить аудиторию учебно-научной лаборатории члена делегации смогли на экскурсии. Господин Экбали, руководитель генерального консульства в Казани, отметил уровень материального обеспечения. По его словам, это поможет студентам стать квалифицированными специалистами. В завершение визита делегация осмотрела общежитие, в котором живут иранские студенты. Здесь имеется высокий потенциал для дальнейшего сотрудничества и для того, чтобы иранские студенты обучались в Казанском федеральном университете. Наши отношения находятся в рамках более крупных отношений между Исламской республикой Иран и Татарстаном. Я желаю руководству университета, преподавателям и студентам успехов в дальнейшей работе. Стороны обменялись контактами для старта плодотворного сотрудничества в научно-образовательной сфере и укрепления международных отношений. Олег Ашин, Ильшат Ахмадеев, Айдар Салихов, Универньюз.